посмотрим, как будет дальше проходить у нас интересное путешествие. Начинаем очень интересным моментом, который будет продолжаться. Это аномальная зона. Так что будет все интересно. Ставьте лайк, ну и подписывайтесь. Что-то случилось здесь, да? Блять, ну что уж ты, блядь, охреневший. Вот так, друзья, находимся в Грузии. Вот такие необычные пейзажи. Что-то случилось. Так что проехали границу, было очень нелегко, нас погоняли по кабинетам всяким, но мы все-таки как-то смогли сюда попасть, так что это хорошо, но дальше еще тяжелее, дальше путь еще тяжелый, так что ставьте лайк, подписывайтесь, ну и комментируйте. Так, а вот кровавые линии, которые все так хорошо знают. Здесь очень интересная аномальная история произошла. Смотрите, сколько дров. Что, друзья, вот мы уже едем. Уже долго едем, а вот у нас появились ветряные мельницы. Это очень интересно. Интересно знать, что Алекс хочет сказать. Походу, ему и так все нормально. Вот, посмотрите. Очень интересно. Сейчас заезжаем в туннель. Сейчас будет еще интереснее. Да, вот так. Грузинское место. Тайное. Чуть-чуть. А вон там мы сейчас будем находиться. Так, что мы здесь делаем? Более спокойно. Алекс, как ты думаешь, что дальше будем делать? Ну, сейчас, честно, здесь сейчас жарко, друзья. Мы сейчас будем двигаться вдоль специального места отведенного, которое нам надо. Вот за нами, кстати, сейчас горы огромные, да? И море. Это Батуми, Грузия. Прекрасное место, прекрасная атмосфера и очень жарко, градусов 20. В Одессе, как не знаю, как зимой. И мы сейчас будем устанавливать за периметрами, может, пару камер, чтобы понаблюдать за этими верхушками гор, чтобы понять, что на самом деле может здесь и происходит. Что, начнем? Да. Всем привет! Это не реклама. Мы находимся сейчас в хорошем, необычном месте. Кто, наверное, смотрел за нами? Алекс, всем поздоровайся, скажи привет. Привет. Мы сейчас находимся на самом опасном месте, как всегда ты любишь говорить. Ну, в общем, друзья, с чего мы начнем? Начнем с самого интересного. Мы поспали вот тут хорошечно, выспались. Сейчас мы двигаемся на самый необычный край этого мира, так назовем, потому что сейчас мы, друзья, начинаем наш какой четвертый день путешествия, блин, это ужас, это просто ужас. Позавтракали, попили колы, попили кофе, сейчас двигаемся в наш удивительный край. Что мы, друзья, пытаемся сейчас донести? Во-вторых, я хочу сказать
Коротко, но в необычном формате. В этом месте, друзья, происходят уникальные события и странные, и страшные дела. Мы попытаемся достичь несколько целей. Это вершину, а во-вторых, мы должны пройти в одну пещеру. Ну, не в одну, их там много. Так что, друзья, ставьте лайк, а мы начинаем наш удивительный край. Правильно, Алекс? Да, двигаться будем в самый верх, потому что объектов НЛО и паранормально стоит задача. Мы оделись тепло, ну не знаю, у меня три кофты, и думаю, будет тепло. Ну, как говорят, там наверху минус 3. Ну, для трех, я думаю, мы не замерзнем, но обещаем, будет очень круто и красиво. Так что ставьте лайк, подписывайтесь и двигаемся. Правильно. Так что, друзья, мы двигаемся, а вы следите за нами. И еще мы сделаем стрим. Так что... удачи нам. Ну что, Алекс, что скажешь? Холодно, видите, холодно. Посмотри, там какая гора красивая. Да. Ну, туда мы двинемся. Как ты думаешь, что мы сейчас будем делать там? Ловить что-то паранормального, потому что погода портится. Там сейчас метель, наверное, идет. Да, скорее всего, потому что здесь очень странно. Ветер такой, ну, не сказать, что холодно, да? Да. А там вообще еще одна гора. Посмотрим сейчас, как будем выходить из ситуации, потому что нам надо вон туда, а вот церковь, видите? Конечно, я... вот она церковь, а вот знаменитая гора. Да, за нами, друзья, вот такой необычный момент тоже интересный. Но в связи с всей ситуацией мы попытаемся вам показать много чего интересного. Так что мы начинаем и сейчас собираемся и едем. В таком месте как не ехать. Я уже устал идти. Нет, ну чувствую прям прилив энергии, друзья. Множество из наших событий людей. Здесь на лошадях.
меня на козлах, на олене скачет. Вот смотрите, какой подъем, какой низкий-то. Алекс еле идет. Понятно. Так. Так что, друзья, я с вами не прощаюсь. Ну что, друзья, всем привет. Ну вот, перед вами пещера. Ну, получилось так. Странно, да, друзья? Вроде пещера закрыта, но нет. Здесь есть еще одна пещера. Ай. Вот. Вон там эта пещера уходит под низ. Вон еще есть пещера. Она уходит чуть дальше. Что самое интересное, друзья, эта пещера уходит под низ. Ну, метров, наверное, 200-250. Но это еще не все. Посмотрите. Цветы цветут. Смотрите. Птицы. Это, друзья, друзья. Вот момент. Вот наша машина.
странно все здесь происходит. Ставьте лайк, подписывайтесь, ну а я выпущу еще интересные видеоролики.